У Одесского морвокзала пришвартовалась специальная эскадра Североатлантического альянса. Привычные глазу горожан гости открыли сезон захода военных кораблей в нашу гавань. Больше знает мой коллега Юлиан Аксенов. С весной приходит и она, вторая противоминная группа НАТО. Впервые в 2021 году наш город посетили иностранные корабли. Соединение в составе турецкого «Соколу Мехмед-Паша», он же флагман группы, его земляка «Айвалык», их испанского коллеги «Тоджо» и румынского лейтенант «Лупу Динеску» ошвартовались в Одессе еще 10 марта. Как оказалось, они опоздали, потому что по пути к нам отрабатывали противовоздушную оборону. Роль агрессора играли истребители «Рафаль», которые поднялись с французского авианосца «Шарль де Голль», что в Средиземном море. Отбиваться от них помогали три румынских F-16. О деталях визита группы известно немного. В свой первый день командиры кораблей встретились с командованием украинских ВМС. А уже на второй день оркестр все тех же украинских ВМС радовал экипажи исполнением различных музыкальных композиций. Пробудет эскадра в Одессе до 13 марта, после чего продолжит нести свою службу в Средиземном море. Эта эскадра в Одессе не впервые, как и другие корабли Альянса. Из-за коронавируса экипажи бортов своих кораблей не покидают и в город не выходят. К тому же, как и в прошлые визиты, на морвокзале повышенные меры безопасности. Причалы оцеплены бойцами Нацгвардии, полиции и патрулями военной службы правопорядка. Внизу у самих кораблей выставили часовых с оружием. Украинские военные говорят, что это нормальная практика для стран НАТО, где вопросы безопасности слишком приоритетным.